Не успела Гаити оправиться от смертоносных наводнений, как запад страны постигло новое бедствие – землетрясение. И хотя оно было достаточно умеренным, магнитудой 4,9, человеческих жертв избежать не удалось. Погибло не менее 4 человек, еще десятки получили телесные повреждения. Разрушены жилые дома. Мне сказали уйти из дома на ночь, и я отправился в город. Утром я услышал про землетрясение и пошел проверить дом. Оказалось, он полностью разрушен. Эпицентр находился в департаменте Гранд-Анс. Очаг залегал на глубине всего 10 километров. Но гаитяне говорят, разрушения не были бы такими масштабными, если бы не человеческий фактор. Землетрясение – это не проклятие, нам просто нужно готовиться. Произошедшее сегодня в районе Сент-Элен связано с уровнем уязвимости населения, с проблемой урбанизации и тем, насколько беспринципно мы строим дома. Именно поэтому от землетрясения магнитудой 4,9 столько разрушений. Островное государство тяжело переносит стихийные бедствия из-за плохой инфраструктуры и некачественного строительства. Так, всего неделю назад ливни вызвали здесь наводнение, и погибло более 50 человек. Властям страны пришлось обратиться за международной помощью.